Может, узнал кто-то уже место, нет? Кто не узнал, мы в этот раз приехали на озеро Свирь, Нарочанский нацпарк. Здесь, на этом озере, платная рыбалка, то есть изначально покупаешь билеты, ну и едешь путевочки. Билеты там день, три. У нас путевка на 3 дня, ну, естественно, 3 дня мы ловить здесь не будем. Приехали мы сейчас 3-4 часа, ну, пошел 4-й час дня. Приехали вот с 3 будем ловить до ночи, потом рыбалочка ночь. И там будем смотреть по состоянию своему и по клеву в следующий день. То есть, как бы так, 1,5 дня, можно сказать, с ночью. Вот там ее начало, вернее, даже конец, скажем так. Поэтому где-то от начала, от конца водоема, где-то 2 километра зашли от парковки. Поставили машину перед деревней, зашли. Где-то 1 километр от берега, но здесь далеко идти не надо, в принципе, здесь сразу выходишь на 50 метров и идет свал 5, и вот мы стали на 7,4 метра. По карте глубин посмотрели, карты глубин, кстати, есть в самом Нарочанском парке на каждое озеро, то есть куда едете, смотрите глубины, можно так определять, где вам лучше стать, ну, у нас свои карты, поэтому мы по ним и пошли. С сыном приехал, крутится, будем сказать. Ветер пока такой, палаточку с трудом поставил. Ну что, встретимся, наверное, уже, ребята, в палатке. Будем рассказывать за прикормку, наживку, живой компонент, ну и все такое. Все, через секунду увидимся. Ну. Так, ребята, ну что, пришли в палаточку. Давайте уже тут ведро с прикормкой, пока его ничего не разбирал. Давайте вместе с вами разберем, посмотрим. Это мотыльница, сюда мотылька перекинем. Мотыльницы пока пустые на двоих. Так, здесь у нас 500 грамм лимана. Ну, лиман весь, в принципе, уже распаковывать не будем. Лиманчик вот, по порциям разделен. Вот. Давайте расскажем, что привезли, а потом уже расскажу конкретно по прикормочке. Здесь 60 грамм мотыля, это наживочный мотыль, мы его сейчас частично в мотыльнице, взял специально мотыля побольше, чтобы, ну, бог его знает, какой клев, лучше брать больше, чем, чтобы потом не хватило, он живенький, весь крутится отлично. Тут уже показывать, как говорится, не буду, чего показывать, здесь 1 килограмм лимана. Килограмм лимана, ну и взял 2 баночки опарика, ну, на всякий случай, но я думаю, мы будем обходиться мотылем, так как здесь в основном будет лещевая рыбалка, будем обходиться мотылем, ну, на всякий случай, а вдруг, как я уже везде говорил, пускай лучше будет больше, чем меньше. И вот давайте за прикормочку расскажу. Прикормка у нас 3 пачки здесь в ведре, прикормка уже готовая. Так, хорошо, в меру увлажненная, не сильно будет пылить и не сильно, скажем так, полуинертная такая, нормальная, конкретно на леща. Здесь у нас вабик лещ зимний, коричневый, 2-я пачка вабик лещ зимний, черный, и траппер лещ летний, именно летний, для крупной фракции. Сами видите, вот, в принципе, если вам видно, такие вот арахисы попадаются, молотая кукуруза, ну, это из траппера. Много льна, кстати, я вот когда месил ее, сейчас может как-то не видно, вот семечко льна. Льна достаточно много, это тоже неплохо, такая лещевая смесь. То есть, ну, много злаков, видно, такая прикормка обогащенная и пахнет печеньем и шоколадом, такая вкусная сладкая прикормка. Сладкий запах, сладкий, вкусный прикорм. В общем, интересная такая прикормка. И сюда мы сейчас добавим, я думаю, 300 грамм лимана. То есть весь выкидывать не будем. Вот нам на день, в основном будет упор день до вечера. И завтра утро вот эта прикормка. А ночь у нас будет чистый закорм. Я думаю, может быть, немножечко еще подкормим прикормкой этой, в которой мы сейчас 300 грамм лимана замешаем, но ночь у нас будет закармливаться чистым лиманом. То есть мы вот этих килограмм
у нас 1,5 килограмма, 1,2 кило мы выкинем в лунки на конкретно на леща, на закорм чистого лимана. Так скажем, будем на живность ловить, на живой компонент. Вот. Что, давайте, ребята, тогда приступим к замесу. А мы с вами уже встретимся, наверное, вроде как все рассказал, наверное, на первой поклевочке. Оставайтесь с нами. Не знаю, может быть, даже что-то белое, потому что... Да, хорошо. Как-то тяжеловато. Вечерний выход. Либо судачок покрупнее. Я не знаю, что там. Да. Есть. А что густер. Класс. Зимние густеры, ребята. С подо льда густерка. Супер. Заглотил, прям так голодный. Вот это тема. Так, ну что, ребята, сами видели, словили густерочку. Это у нас по счету третья рыбка пока. Да, пока не клюет. Поклево очень слабо, уже закат. Солнце почти на самом горизонте. Сейчас примерно сколько время? Около 6, да? Где-то, да. Без 20, может. 6. Может, без 26, да, где-то так. То есть, ну вот пока за это время, ну, покуда в 3 часа мы приехали, покуда разложили, закормились, 4 примерно начали ловить. Вот за 2 часа пока 2 рыбки. Первый был ёршик, второй был судак, вот такой, фоточку прикреплю сверху. Ну и вот и третий у сына густерка клюнул. Ну, хорошо, белая рыбка начинает проклевываться, будем надеяться, что дальше лучше будет поклево. Будем ждать поклевочек. И скоро на закате надо будет докорм делать еще один. И чуть... Вот, еще что-то у сына клюет. И чуть позже уже закорм лиманом. Ближе к 12. Ну-ка посмотрим, что там у сына. О, поплавочек. Ну что, ребятки, вот уже и сумерки настали. Уже солнышко село. Ну, да, на улице еще достаточно светло. Но уже освещение в палаточке вам поставили. Вот, и делаем сейчас докорм, но это еще промежуточные. На ночь еще будет основной докорм конкретно лиманом. Вот мы сейчас оставшиеся 300 грамм, 200, которое не вошло с полкило в прикормку отдельно. И затыкаем пробочку, делаем еще самой прикормочкой. Вот так вот. Пробочку, ну, чтобы лиманчик не вышел раньше времени. Вот таким макаром. Будем делать докорм по 4 кормушечки. Как раз вот у сына еще вот тут третья пошла. Вот его куча слева осталась. И вот моя. Так, по рыбке я еще словил одну густеру. Ну, чуть меньшего размера. То есть по размеру так не очень. Вот у сына, кстати, неплохая густерка взялась. У меня такая поменьше. Из белой рыбы вот только... Как только солнце село за лес, начался клев. Вот прямо видно, что вот начали шатунчики. Но на всех озерах есть, ну я вот по собственному опыту, вот сколько мы ездим по рыбалкам, по летним, по зимним, есть переход между ночным клевом и дневным. Вот, и вот как раз вот этот переход, солнце село, начался клев. И по спаду, то есть вот на переход на этот, вот в переходе вообще все, клевать перестало. Вот мы сейчас как раз в этот переход докармливались. То есть рыбка, возможно, есть, но она жрать не хочет. Она в этот, когда переход между дневным и ночным, она не ест, как правило, нигде. То есть какой-то час-два, может даже три, клёва нет. То есть надо ждать. И вот в это время сейчас сделаем докорм. И потом еще посмотрим по клёву, по интенсивности. Будем делать уже ночной докорм чистого, ну, чистым лиманом. Все, ребятки, встретимся уже, наверное, на поклевках более таких интересных и более интересной рыбки. Блин.
Устерина. А побитая какая вся. В общем, ребята, вы догадались, как у нас прошла ночь. Вот это первая рыба за всю ночь. Была поклевочка, вот такая классная густерина, но вся какая-то покоцанная, побитая. Досталась ей от хищника. Густерка хорошая словилась. В общем, было у меня три пошатунчика. В 11:30, в 12 ночи и все. В общем, вот это первая рыба за все время с ночи. Мы сейчас сделали уже докорм. Также делали и докорм лиманником на ночь. Ну, как видите, результат не очень положительный. И вот за корма прошло минут 30, наверное. И вот первая поклевочка. Ну, хорошо, будем смотреть, что там дальше по клеву. Надеюсь, нас свирь сегодня без улова не отпустит. На вчерашний вечер, конечно, так особо расчета не было. Был расчет на ночь, но ночью ничего толкового не было. Ну, видно, лещик подходил, но так очень невнятно, аккуратно как-то пошатунчики делал и все. И успокоился на этом. Особо не клевал. Что странно, клюет не подлещик, не лещ, а густера. Интересная рыбка для зимы. Какие раскаты, лед ломает. Клевочки. Да, что-то есть. У меня тоже что-то. Густерка. Ха. Густерка начала клевать. Мелкая. У сына он тоже такого же размера. Да. Пускаем. Блин, вот интересно. Первый раз ловлю на озере густеру со льда. Ладно, на фидер. Там весной особенно, когда еще подлещик особо не хочет клевать. Вот густера на речках вот проклевывается самая первая. А тут со льда. Ну, кстати, когда ночью ловили, к нам ночник пришел в 2 часа ночи. Сосед здесь 200 метров. Все-таки озеро далеко находится, рыбаков не так много. И озеро не такое запрессованное, как вот ближе к крупным городам. Тоже поклевок не было, у него одна поклевка, один пошатунчик был. Тоже примерно как у нас по времени. Ну, видно, был какой-то вот то ли выход леща, то ли вот он бродил лещ. Особо клевать не хотел, но как это пошатунчик был и все. За ночь он тоже ничего не словил. Так уже стараемся, но как бы мелочь не показывается особо. Так, на более... Ух ты! Убирай слонки! На пару с мотылем, подлещ. Или это... Нет, подлещ. Подлещик, да. Хотя? Или густера. И глаза, какой-то. Глаза густера. Ну, но по расцветке подлещик. Класс. Нормально рыб. Какие-то более крупные начали проскакивать. Экземплярчики. Ух ты! Вот что-то, ребята, то густера, густера. 4 заброса подряд и... Ух ты! Подлещ. Ну, это тогда получается у тебя подлещик и у меня, видишь, сейчас. Ближе к обеду подлещик начал подходить. С утра густерка стояла, а сейчас начал подлещик. На три опалика
опарика с мотылем. Идеально. А? Клеток. Ух, какой ветер. Ого, ни хрена себе густера. Пиздец. Ой. Класс. Какая-то уже на карася похожа. Густера карась. Да, хорошая. Вот и два парика и влазит в рот. Mm-hmm. Так вот даже тут пятерик можно. Хорошая, да. Вот так. Густера. Без поклевок. Ну так, подводила поплавок слегка. Так, опять в заглот. Что так жрете? Сначала так хорошенько так сопротивлялось. Придавило. Ну. Пока что как сосиска тянется. А у меня парик. Что-то тюкает как-то по-дебильному. Ух ты. Хорошая густерина. Да, на парика хорошие проскакивают. Экземплярчики. Зимняя густера. Иди. Ну, так уже ребята переловили. Ну, много густерок этих переловили. Налет мало выкидывали, в основном все отпускали. Ну, сами видели. Пока вот клюет густера. С самого рассвета вот опять поклевка вот стопудового густера. Сейчас будет подымать. Вот. Повела. Пока подлещика мимо, пока подлещика на точке нету. И видите, как обычно, ну, на водоемах, на таких водохранилищах, либо если не клюет подлещик, клюет плотва, а тут клюет густера. Так интересно. Так, ну что, ребята, все, закончили мы свою рыбалку. Надоело ловить нам, в принципе. Ехать еще далеко. Надо пораньше собраться. Поедем по новой дороге в обратную сторону. Сюда мы ехали по какой-то очень долгой. В обратную сторону хотим ближе путь найти. Вернее, дальше, но с хорошей дорогой и с хорошей скоростью, скажем так. Поэтому пораньше выберемся сегодня. Давайте выйдем на улицу. Погодка отличная. Вот сегодня, смотрите, выходной день. А народу практически... Ну, скажем так, не нет, но очень мало. Вот такие сегодня густерки ловились классные. Вот подлещик. Так, вот какая... Классная густерина. Так помельче, так парочку. Сколько мы тут штучек 14 с собой взяли? Ну, грубо говоря, где-то кило 200, кило 300 с собой заберем. Вот. Ну, а по основному улову... Ну, да, сегодня был день густеры. Такой, в принципе, одна густера ловилась.
открытие густерного сезона. В том году у нас было открытие по густере на Свислочи, на фидер ловили, а тут получилось со льда чистую густеру половить. Отпустили килограмма, наверное, 2-2,5 примерно так. Такая 100, ну, до 100 грамм, 100 и меньше. Такую уже топили сразу, не думая, ветер какой. Такую топили сразу, не думая, поэтому так. В общем, получилось отловиться, как получилось. В принципе, нормально. Озеро красивое. Воздухом подышали, посмотрели на классные наши белорусские места. Еще одни, где мы не были. Вот. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. Обязательно комментировать видео, ставить лайки. Всем пока!